качать героя. Так. А вот теперь как раз та сказка, которая должна была под ту музыку. Как еще все это? Запрягать это с этой музыкой, это стоит. Сказка об известном билетристе и его самозабвенном поклоннике посвящается Алексею Чехову. Один известный билетрист был очень популярен в народе. Он писал много, и с каждой книгой становился все известнее и известнее. Его популярности не было границ. Его читали все, и всем он нравился. Его книги не лежали на прилавках магазинов. Их можно было купить только с рук за очень большие деньги. Одно за другим появлялись его произведения в журналах и газетах. Его любили и взрослые, и дети. Но больше всех его любил один человек, который по праву считался самым большим и самозабвенным поклонником этого билетриста. Его любовь не знала границ, потому что никого в мире он не любил так сильно. Больше всего на свете мечтал этот человек собрать все-все-все, что было написано, что вышло из-под пера его любимого автора. Все его романы и повести, и даже все его самые маленькие рассказики. Ох, и долго, тяжко же ему пришлось. Он выписывал горы журналов, аккуратно собирал и подшивал их в папочки, постоянно толкался на книжных рынках. Словом, мучился невыносимо. И, наконец-то, был вознагражден. Однако одной на трех его полках стали в ряд все книги любимого билетриста. В пять толстых папок легли все газеты и журналы. Это был самый счастливый день в жизни поклонника. И был он на седьмом небе от счастья. Однако недолго длилось его блаженство. На следующий же день в какой-то газетке вышел совсем новый рассказ известного билетриста. Наш поклонник тут же бросился на поиски. В первом газетном киоске он ничего не нашел. Побежал во второй, потом в третий. Проносился он так целую неделю. А как только нашел искомую газету, вдруг узнал, что в каком-то журнале уже вышла новая повесть известного билетриста. Только всерьез задумался наш поклонник, где бы ему взять этот журнал, как вдруг узнал, что вышла еще целая книга любимого билетриста, и готовится еще одна. Затосковал наш поклонник от безысходности, а потом, недолго думая, подкараулил в темном проходе любимого автора и пристукнул его чем-то тяжелым. И только тогда вполне успокоился, потому что, в конце концов, стал счастливейшим обладателем долгожданной полной коллекции произведений популярного